пришел. Новый год – это единственный праздник, который встречают 31 декабря, чтобы выпить, и провожают 14 января, чтобы похмелиться. Встречайте, Евгений Сморигин. Четвертые сутки гуляет столица. Четвертые сутки гуляет страна. Но с каждым днем, братцы, сложней веселиться. Нет сил пить текилу, налейте вина. Пора бы, ребята, нам остановиться. Но мы продолжаем садам пить до дна. А где-то ведь люди идут на работу. Они отдыхали всего ничего. И лишь в Украине другие заботы. У нас снова праздник, у нас Рождество. За праздник великий, оно ж грех не выпить. Хотя атеистов в стране большинство. Десятые сутки, мечта похмелиться уже не спасает. С утра анальгин. А в комнатах дети успели закрыться. Им хочется в школу, а там карантин. У женщин у наших помятые лица. Похоже, все больше они на мужчин. Закончились пьянки, гульба и раздолье. Трудиться на благо готов наш народ. Но снова засада и снова застолье. По старому стилю у нас Новый год. Раздайте бокалы, примите ферменты. Работа не волк ведь, она подождет. Двадцатые сутки, народу не спится. Кто пил в Украине, поймете меня. Пора бы, ребята, нам остановиться. И я предлагаю, давай на коня. Потом стременную, потом за попону, потом за уздечку. И нет января. А многие люди лишь в марте очнутся и в праздном веселье пропустят февраль. Два месяца поста
мы выдержим, братцы. А там уже Пасха, за ней 1 мая. А там день шахтера, врача, прокурора. Гуляй, Украина, гуляй, не скучай. А может быть, братцы, за ум надо взяться. За ум. Тост прекрасный. Давай наливай.